сегодня с вами Трэмпс, и мы будем смотреть какие-то видосики. Это наш новый формат. Давайте им займемся. Короче, сегодня мы будем смотреть наши старые зашкварные видосы, когда мы были еще молодыми. Такие дела. А начнем мы не с нас, а с тех, кто открывал вообще паркур в Улан-Удэ. Че, погнали? Такое все пиксельное. Пацанам привет там. Как Кости. Бля, они пищи спрыгнут. Наверное, это самый... Так ты смотри, какая везде. Наверное, это самый крутой тимворк, который в Улан-Удэ когда-то был вообще. Потому что там толпа просто дичайшая. Нихуя их носится. И нас, блядь, 4 человека. Стилёк. Ну так-то флоу. Кстати, короче, кто первый соберет, не знаю, скриншоты или компилку из того, какие видосы здесь, мы оригинал всех видео скинем в прикрепленному, короче, посту с видосом этим. Вот. И, короче, кто подберет места, которые у нас сейчас в видосах новых, и здесь, тот вообще просто поцелуйчик отправлю лично. Это он спирилки там сделал? Mm-hmm. Там, блядь, так-то так высоко. Но... Ебать. Нихуя полеты. Я сразу гараж вспомнил. Почему мы здесь не тренируем? Я не понял, где это. Машин до хера. Музончик. Стоп кадры. Блин. Раньше это было модно. Да. Дикий движ. Я помню, я этот видос раньше смотрел прям такой, нихуя не жесткий. О. Огонь. Огонь. Я ничего не понимаю. Просто пиксель. Набор цветов. 2007 год. Трейсерс Инвлан. Сколько? 12 лет назад. Охуеть. Ну, что вы можете сказать по этому поводу, по этому видосу? Ну, респект только всем пацанам, короче, передать, кто есть на видосе и кто, возможно, увидит вот это видео, которое мы сейчас снимаем. Вот. А так, конечно, это жесть, пиздец. Мне просто интересно, если предложите кинуть эту хуйню, короче. Да-да-да. Что будет? Ладненько. И следующим видосом будет моя работа, очень давняя. Вам понравится, ребят. Короче, тут написано SM Blue of Specially for AV Family. Кстати, это историческая хуйня, потому что с вот таким видосом меня приняли в AV, но не в первый состав, а во второй. Вы понимаете? Сейчас пока никто оцените. Не понимает, но сейчас будет весело. Нет. Бля, такой моушен дизайн, я офигел. Печку топлю у себя в деревне, блядь. О, видишь, кадры как под музычку подавали. Заморочился, пацан. Не, ну нихуя, стилёк уже прёт. Сука, широчи, главное. Наверное, сейчас заметно, как я краснею на видео. Я могу сказать, движуха в моей крови. Бля, вот эти вот подъезжает кадр. Это крутой монтаж. Просто я сам себя со штатива снимал, и поэтому приходилось как-то их...
Бля. Монтаж на уровне. Мой первый памфлип, походу. Ты же боялся памфлип, точно. Я Вебстер, пиздатые просто. Да-да-да. Топ. Тоже в крови Вебстера просто. Это то время, когда Team Shift был популярен, короче, и я под него косил. Я стоял на руках, там, типа, вот ты всей херней занимался, это просто капец. Напиши, если знаешь, кто такой Team Shift. Валенки! Валенки, вы понимаете? Я просрал момент, где это было? Валенки, блядь. Вот они. Но зато я не зассал и пошел прыгать в горы. Это натуральный метод. Ну и на заборе тоже. Какой хороший был. Это все из-за валенок. Ставь лайк, если прыгаешь в своей деревне в валенки. И в длиннющих носках, которые вырезаются. Кстати, расскажу чуть-чуть про два винта. Сейчас будет два винта. Вот, вы видите их. Я до сих пор их так же делаю. Ничего не изменилось за несколько лет. Ну как за несколько? Тут хуй, гора лет. Ничего не изменилось. Та же самая проблема с винтами. Я не могу их выправить. О, затяги. Прыгал в ускачах от Адидаса до того, как это стало мейнстримом. Понятно, блядь. А я просто думал, что это гопник. Ну да. Короче, пойду я чай налью, у меня чай кончился. Чайник надо поставить. Будешь уходить, когда я скажу. Ну давай, Тамир, расскажи про этот видос. А, это первый видос, который я снял на мыльницу, которую купил за 5000 и был пиздец как рад. Там не было аккумулятора, там были эти батарейки, которые заряжаются. Это везде, у меня тоже так было. Street Step 7, это название, не знаю, как-то у меня сгенерировалось в голове, просто такой типа... ССС. Это круто! ССС просто. Step 7. Типа, New Nikon, новый фотоаппарат, все, ебать, сейчас начнется качество. Скажи мне про вот эту заставку. А, да-да-да-да. Это лучшее интро, которое я видел. Да я бы просто дом проволоку нашел такой алюминиевый. Ой, ебать, я же фриранчик люблю, надо сделать, короче, надпись из алюминиевой проволоки. Все, я включаю. Сейчас будет дичь. Я еще на мувмейкере монтирую. Вот это замедление, я тоже помню такие замедления. Когда не хватает кадров в секунду. Блядь, я думал, что-то другое будет. Это неожиданно было. Сука. Какая охренительная сейчас. Ебать, мне стыдно. Короче, у меня все видосы, до момента, пока не словился с ними, у меня все видосы состояли тупо из одной сальтухи. То есть я делал сальтуху, следующий кадр еще одну сальтуху. Но бывало кадры, где две сальтухи, ну и типа максимум. Никаких связок, никакого паркурчика, тупо сальтухи делал и все. Типа вот, и весь видос там... Стрит, ебаный в рот. Сейчас я весь видос буду вот три минуты смотреть, как ты по одной сальтухе. Да, да. Я оделся, пацан, школьную форму. Там, короче, кроссовки, это волейболки, и я первый раз спалил эти волейболки у Шейда. Он в них прыгал раньше. Может, не в них прыгал, но они похожи. Я такой, типа, фестивальки, ебаные. Фестивальки, да. Ой, я на Шейда буду похож. Хотя я вообще ни одной связки не делал, просто прыгал сальто. Так-то нихуя не изменилось, все сальтушки такими же. Вот это вообще вот это флоу было. Не, ну вот это реально мощка. Неужели здесь это тоже будет? О, соскок! Я его не умею делать, я цепляюсь ногами. А, это не ты был? Это не я был, это друган, короче, он сейчас в Москве, в Людиново тусит. Деревенский парк. Оба! Тимворк. Тоже, походу, Team Shift перед собой. Это пафосный.
посмотреть на это, ёб. Мне плохо. Ну, он же 540 с места. Я не удивлюсь, если сейчас духи будут. Будут духи. Должны быть. О, три кота! С разных ног, с разных ног! Там было сразу. О, сложно с раскрытием бланч. А сейчас так-то стильно. Сейчас я через него боковуху. Вызывайте экзорциста. Экзорцист на связи. А, нет. Нету там двух. Двухи будут во втором выпуске New Nikon 2 Strip. Смотрите на YouTube. Street Step 7. Ну давай, расскажись. Ну, короче, я уже 10 лет прыгаю, меня зовут Арсюша. Сейчас вы увидите, как все это начиналось, блин. И еще ты рыжий, да? И еще я рыжий кудрявый. Поэтому рыжая демо называется. Поэтому рыжая демо. Старыш. Просто кликуха. Главное, трек. Всегда важно. Трек. Глазок. Да ты модный был. Да, да, да. У тебя залы были, да ты вообще... Бил, да? Ты типа тупо перелетал. Во, вот это стиль. Вот этот стилёк. А, да, я уже тогда пытался арабского кура стрелять. Прикинь. До того, как это стало мотосом. Да, да, да. Да ты стелишь, брат. Это мой паркур-парк. Есть еще что-нибудь сказать? Да, лучше. Вы что-нибудь напишите там. Что-нибудь изменилось или не изменилось? Ну все, ребята, опять возвращаемся ко мне. Это мой первый видос, который вообще есть на планете, блядь. Предыстория этого видоса. Я его снимал полностью на телефон. Я не помню, как он называется. 6300, походу. Это такой, это первый сенсорный телефон от Nokia. И в нем был видеоредактор. Этот видос был снят на телефон и смонтирован именно на этом же телефоне. Это такой геморрой. Погнали. Пять минут видоса. Музычка тут крутая. Роцк рулит. Я сначала подумал, корова будет. Тут примерно та же история, как у Тамирки. В школьной форме, ёпта. Паркур. Грядочник. Да, там мама еще на заднем фоне стоит. А папа снимает, походу. Вот это рок, блядь. 11-й год. Во, повтор кадра. Ты что, ACDC, что ли? Нет, это Мотли Крю. Ебать. Вот это вообще мой первый супер-движ на планете. Что за нахуй? Это историческая хуйня. Павильончик, блядь, продуктовый. Да, да. Ну, Вебстер был всегда охеренным. Ну да. Бля, ну прям видно, что ты маленький. Но прям он прям пиздец маленький. И тут мы что-то не тренируем. Да, это... Флэм и мест. Ну да, так что надо сходить. Ну, надо же. О, турничок. А тут я болею ветрянкой. Зеленые штучки. Вот это паркур. Это вторая супер крутая связка. Ой, я на себя даже не помню. О, я у Тамира спиздил. Нет, это он у меня. Это раньше было. Конечно, как Тоби Сигар побежал. Я в сандалях прыгаю. Санда. И теперь самое прекрасное в этом видео. Это стоп-кадры. Заебись. Под пронзительную музыку. А чё с ним случилось? Это на телефоне монтировалось, затупило прога. Надо же было чем-то паузу забить в музыке. Да. Я не могу, это так жестко. Лицо, ёлки-палки. Ну вот тоже его привлечь. О! А что-то не совпало по времени. Да, чуть-чуть.
Ну, на телефоне, да. Но... По-моему, еще здесь будут кадры после того, как я сломал руку. Да? Да. Это после двух это с колец? Да. Двух из колец. Вондербары. Бар, ёбаный бро. Да, это я уже со сломанной рукой, у меня пластины здесь сейчас. А вот я, мне пластины вытащили, видишь, замотанная рука. Ну. И я где-то через два дня пошел тренить, короче, после больницы. Только у тебя швы там до сих пор, да? Когда паркур в твоей крови. Сейчас будет самое жесткое. Бля, я думал, это пивас. Оба-оба. Оба-оба. Все меня убьет током. Нет, я не долезу. Ну, так. Тракты я до половины долазил, на такие столбы максимум, потому что дальше страшно. А что-то я тоже монтировал на телефон, поэтому звука нет, но он должен быть. Он будет отставать, точно. А тут я в туфлях и в спортивных штанах и с напульсником, это комбо. Так никто не делал. Смотрите туфли. Чё за? Ну давай. Я думал, ты допрыгнешь в аккуратно. Спасибо за просмотр, Зэд. Ой, еще ссылки оставил. А тогда казалось, это просто супер пушкой. Поставь лайк, это прям заслуживает лайка. Фу, это было сложно. Следующий видос мой снова. Вот. И этот видос будет дома. На кровати, которую я ломал несколько раз. И мама дико ругалась, короче, но не знала, из-за чего она ломается. Это уже после того, как я словился с пацанами, такой воздухарился, надо, короче, прыгать, надо тренить. Тут, короче, в описании видоса у Тамира написано «Домашняя тренировка, там мясо». Сейчас посмотрим, обманул он нас или нет. Сука! В буквальном смысле мясо. Суть в том, что камера вся та же. Это нихуя не GoPro. Я взял скотч. Мне не хватало скотча, я взял изоленту. И прихуярил к груди. Она у меня на груди висела всю дорогу. И у меня были неудачные кадры, когда она слетала, просто висела вот так вот, болталась. Я такой, нет, сука, надо снять. Вот таких подробностей я не знал, конечно. Стедикамщик уровень бол просто. Бля, ну вкусно выглядит, все равно. Я прям качался. А здесь я подпевал какую-то песню, я не помню какую. Ну ладно, песню на свою рожу, посмотри. А, нет. О, в бит попал, качаюсь. Вообще, ебать, я так долго это делал. Детская эта херня. Там, посмотрите, короче, на шкаф. Стулья поставил даже. Ой, нифига, ты прям затренивал. Ебать, а я, сколько, блядь, не видел сколько... этот видос, походу. Вот эта кровать. Она, короче, какое-то время была на ножках. У меня телосложение не изменилось. Ну так-то да, ты чуть-чуть изменился. Ого! Смотри, смотри просто. Сейчас. После каждого надо. Надо обязательно в камеру посмотреть. На хате. Не, ну так-то, блядь, я так никогда не делал. Я до сих пор так не умею делать, даже на кровати. Она пружинила, так что... Вот где зарождался паркур на кровати. Роман паркурщик не первый. У него до сих пор это просто... Блядь, сколько ей лет. Вот она. С 14-го года. С 14. Это iPhone. Еще есть история угарная с простынью из этого комплекта. Я из них сделал штаны широчи. Мама потом долго думала, куда она подевалась. Не, ну жестко, жестко. Мне всегда нравилось переда больше, чем задка. Ты что, сука, в кроссах дома тренишь? Ну да. Там, потому, а мама убиралась, блин. Я, нет, я убирался каждый раз после того, как смотри потом... мне. Блин, печки! С печки! Емеля! Как это развидеть? А мясо готовится? А, нет, там второй трек. Мясо оно тем временем готовится. Там второй трек будет, короче. Блин, да это режиссёры. Только он его сжёг, походу. Не-не, я люблю такое. Уже вечер. Он целый день херачит. Да, прикинь, этот целый день у человека прошел, он просто херачил. Не, давайте пиздеть не будем, это два дня разных. Драматургия держится. Да не, нормально. Его еще и кто-то снимал. Кирюха снимал, братишка.
О, вот так я не сделаю сейчас. Хватит тебе хоббитовские ножки. Одна из самых продуктивных тренировок. За все твое вообще. За все мое время, потому что тогда у меня все болело просто. Мой видос следующий. Это 2011 год. Я тут типа собрал все самое лучшее. Я помню, что это, короче, был охуенный год, потому что очень сильно тогда заходили видосы Underground, подземки и так далее. Creators, короче, вот. И когда, ну, типа, их смотрел, вдохновлялся ими, было прям пиздато. В 2011 году, я так думаю, что на своем пике были, короче, Шейд, да, да, Эрик, да. Вот, все, да, вот, да, эти, да, типа. Да. Мишка, помните, Шейн. Если помните, короче, ставьте Лукас такую команду, как Альянс. Альянс. Охеренный год, потому что это был год, когда мы... Ну, мы так думали, что мы типа собрали свой паркур-парк. Ну, как собрали? Короче, была стройка. И мы все оттуда понапиздили и поставили так, как нам было нужно. И все лето тренили там. Вот. Сейчас сравним. Сейчас сравним, но насколько я лучше тогда прыгал. Самое главное — это музыка. Самое главное — это режиссерский подход к снятию видео. Бля, стилево, все на глазок. Да, в натуре глазок, это хэндикам с обычным дверным глазком, блядь. О, нехуй! Жёсткий 360. Ну, кот. Там кто-то баллон ебал. Чё ты сказал? Короче, это тот кадр, когда... Я снимал вот этот видос, пытался собрать все самое лучшее, и пацаны сказали, все будет заебись, короче, монтируй этот видос, а я сказал самую важную тогда вещь, и я до сих пор так думаю. Не снимайте паркур-видео, хуйня все это. Дэвил. Дэвил! Охуеть. Я сейчас Дэвил не делаю. Нормально. Ну что-то ты мощный. О, вот это самое важное. Я помню, как-то давно мне, короче, вот после этого видоса написал чувак. Ну, там много людей, короче, мне писали в ВК, типа, вот там кайфово прыгаешь. Я спрашивал, типа, а чё, как нашли? И все запоминали то, что я прыгаю со спущенными штанами, у меня видно семейные трусы. У меня прям жопа такая в семейных трусах. Черные штаны и белые семейники. Вот это, блядь, заебись. О! Аккурасы, блядь. Почему мы там не прыгаем сейчас? Не знаю. Заметили, у меня у единственного нормальный слоу-моушен. Я не знаю, с чем это связано. У тебя хэндикам. Да, у меня хэндикам был. У меня телефон. Главное, закончить так. To be continued. Это еще не все потеряно, типа. И наезд такой. И наезд. Ну и что скажешь? А что я могу, блядь, сказать? Заебись было тогда. Сейчас не так. Короче, вот сейчас будет просто бомба. Расскажу предысторию, потому что пацаны в этом видосе их нет. Это очень старый видос из Лануде, где старая команда, которая называлась Red River, Красная река, потому что Улан-Удэ с бурятского переводится Красная река. И мы такие типа Red River Team были, короче. И фишка в том, что мы сняли этот видос, это был один единственный день, и в этот один день мы, ну короче, чуть не умерли, потому что сейчас вы посмотрите, что там происходило. Я не знаю, почему мы психанули и решили это делать. Тогда было очень мало видосов с двухами и со всякой херней, короче. И мы выпустили этот видос, разослали его по всем пабликам. И мы были уверены, что мы самые, сука, крутые, что вообще, вот, типа, мы бомбанули круче всех. Я вот смотрю сейчас, и тут 75 просмотров на видос. Но вы сейчас зацените, это бомба. Это... Два лайка. 2011 год, опять же. Плохо все с качеством, но смотрите. Тут будет дабстеп. Я так и знал. Это уровень. Разгоним сейчас. Но разгоним. Вы прыгали точно так же, как и все остальные прыгали. Ну, мы в это старались, время. Да, да. Мне кажется, это вообще нормальный уровень. Вот единственное, что вас не видел никто. Да, да, да. Воздух шагов. Во! Вот этот. Вот это. Я потому что мы. Это, короче, в Европе кто-то выпустил. Сейчас я попытаюсь вспомнить. Фриран, походу. Либо фриран, либо это был Джейсон с кем-то из Германии видос. Джейсон Пол. Где они делали, короче, вот ту же самую херню. Типа, один делает с двух шагов бланш от стены, второй под ним арабу. И в этот день мы пришли с Геной. Гена, привет. Гена такой, а чё, почему бы не попробовать? Я, в принципе, высоко вылетаю. И я такой, а я низко делаю арабу, потому что я лох.
И, блядь, мы сделали это с первого дубля, и пиздец. И мы охуели от того, что, ну, типа, мы можем повторять за Европой, блядь. Переда. Двух опереды ровно. Да он трёху мог. О, Миша. Три зацы в 2011 году с решетки, понимаете, нет вообще. Опа, в ножке спокойно. Нахер, это... Ебать, мясо просто. Бам! Бам! Пиздец вообще. Планшетку. И вот этот трибунчик. Вот это я офигел. Зебран, привет вообще. О, два гейнера. Стрекосата. Два стрекосата. Ёбаный да. Стол. Офига, вот там разбили. Пиздец, мясо. Короче, конец. Опа. Тоже хорошо срежиссировано. Клип, я считаю. Сердечки. Отличная сердечки. Работа. До того года это просто супер. Я не понимаю, почему как бы не разлетелся видос пацанов. Но, видимо, мы вот всегда в Улан-Удэ этом находимся в жопе. Нас никто не видит. Вот сейчас кое-как начали видеть. Ну а так нет. Если вам понравилось это видео, то отправляйте в комментарии свои видосы, которые вы бы хотели увидеть в нашем выпуске. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и прожимайте колокольчики.